Грудью на защиту границы. В сети появилось видео, на котором несколько украинских пограничниц в неглиже исполняют зажигательный танец под хит корейского музыканта. Запись задорных плясок быстро разлетелась по интернету. Пользователи подметили детали. Особенно оценили погоны на нижнем белье и дубинку, которая выступила реквизитом в эротическом выступлении. Удалось установить и место действия. Таможенный пункт в городе Великие Мосты Львовской области. Кто-то осудил девушек, отметив, что вот так бдительно охраняются границы незалежной. Другие же, наоборот, поддержали пограничниц и подметили, что красота службе не помеха.